50 человек живой силы и 3 единицы бронетехники, как принял. Да, сейчас входим, мы уже начали работать и на дрон. Скажи, у нас есть осколков много здесь. Вот наш дом. С противоположной стороны, в принципе, все. То есть, ну кто кого называется. Кто? Могу красиво рассказать, что в кварталах живых бои не ведут с танком. И по снайперам с танком не рухнут. У нас выбора не было. Либо защищаем, либо мы сами будем. Не верю своим глазам. Что сейчас? Быстрее, ребята, мы рядом с вами. Не за вас. Победа за нами, ребятки. Победа за нами. Россия. У нас здесь сердце.